Так, сейчас все обшиты у меня стены. Все доделано. Сейчас буду тянуть потолок, пока делать натяжной со световой линией. Прямоугольный у меня будет. Прямоугольник в центре световых линий. Вот. Потому что пока на инсталляцию у меня заказано распил. Но он будет готов через 2 дня где-то только. Поэтому пока займусь потолком. Так, выставил уровень потолка. И сейчас буду начинать с этой стены. 2 палки багета уже прикрутил. Вот. Осталась еще одна палочка, вот этот угол. Багет тут теневой, то есть без кантика идет. Потом покажу, как это все будет выглядеть. Вот такой багет. Сейчас буду последнюю палочку прикручивать. Так, забагетился все до конца. Сейчас вот из такого профиля, 30-ка этот профиль, буду делать световой короб. Есть у меня, получается, 3 профиля по 2 метра. Сейчас буду конструировать короб из них, световой. Взял еще вот такие уголки, правда 3 штуки, завтра второй, ну, 4-й докуплю, потому что не было в наличии, только завтра появится. То есть вот так буду стыковать, и планочку такую купил. Вот этот пас, она хорошо встает. И вот так и буду стыковать. То есть планочкой напилю сейчас их, то есть здесь, с этого боку. И с этого также. И буду сейчас этот световой короб делать. Без одного угла, правда. Сейчас еще зачистил трубы. Вот эту металлическую часть. Пластиковую не трогал, а металлическую зачистил вот до сюда. Оттуда. Потому что потом потолок натянется и уже не покрасить будет. Зачистил. Постелил вот такую обоину. И сейчас из баллончика покрашу сами трубы, чтобы было беленькие-беленькие были. Так, световой короб собрал. Стыки все проклеил вот эти. Двухкомпонентным клеем. Здесь вот так оно собрано с каждой стороны. Вот, все углы. И тут все проклеено. Сейчас надо ленту клеить. Обезжирить, отверстие просверлить, чтобы загибать ее туда. Вот. Сейчас займусь лентой. Так, конструкция собрана. Все, приклеено, лента приклеена. Здесь отверстие просверлил, загнул его там, чтобы разрывов не было. Вот. Также везде аналогично сделал, в углах. Просверлил отверстия большие. И там загнул. Лентой все приклеил. Вот. А здесь вот так сделал. Ну, здесь тоже надо заизолировать все, приклеить, проклеить. Вот как-то так. Собрал короб, ленту проклеил. И вот сейчас проверяю, испытываю, включил. Вот, то есть яркость регулируется диммером. Вот так это все выглядит. Вешаю короб световой. Пока в процессе выравнивания.
Короб окончательно готов. Проклеен. Подключен уже по штатному. Можно тянуть. Ну вот, потолок готов. И кажется, получилось неплохо. Включается свет с выключателя, но в щитке есть еще и диммер для регулировки яркости ленты. В итоге, потолок с таким световым коробом мне обошелся около 10 тысяч рублей, что мне показалось как-то дороговато для ванной комнаты площадью 3,3 метра квадратных. И это еще с учетом того, что я все делал сам. 10 тысяч заплатил я только за материалы. Светодиодную ленту, блок питания и диммер я заказывал с Алиэкспресса. Ленту брал 24-вольтовую, катушечку 5 метров, брал я 2 штуки, по 240 диодов на метр у нее. Вообще для световых линий я беру ленту от 90 диодов на метр и выше, чтобы через рассеиватель не различимы были отдельные диодики. Мощность ленты 11,52 ватта на метр. Свет дневной белый, 4000 кельвинов. Обошлась она мне в 659 рублей за штучку, за катушку 5-метровую. Да, кстати, ленту рекомендую к покупке, поэтому ссылочку на нее оставляю в описании. По соотношению цена-качество она своих денег определенно стоит. Блок питания 24 вольта, 400 ватт тоже брал на Али за 1146 рублей. Ссылка также в описании. Ну и диммер для регулировки яркости брал уже очень давно за 300 рублей, по-моему. Ссылочку также оставлю в описании. Диммер работает как от 12, так и от 24 вольт. Максимальный ток у него 8 ампер. Вот и получается, что стоимость потолка составила у меня, если все посчитать, 9500. Сейчас надо еще зацементировать вот эту стену, немножечко подправить. Как-то она совсем нехорошо себя чувствует. Вот сейчас раствор задышал, замажу. Так, лишние щели подзамазал, чтобы всякая там живность не ползала, не дула и все такое. И ставим сюда вот эту досочку. Вот так. Все. Теперь можно ложить пол. Сейчас буду уже готовиться к полу укладки. Вот, купил кварц-винил. Ой, кварц-винил. Как он называется? Да, кварц-винил. А, керамогранит, блин. И вот, но сначала надо теплый пол постелить.